Прихожу домой, и каково было мое удивление. Смотрите, у меня тут появился еще один блогер. Вот так вот отнимает хлеб. Вот такой здесь лес. Лес хороший. И вот столько грибов. Кто-то ходил уже здесь. Вижу срезанные. Белые грузди порезанные. Ну, что тут не то. Если наклонился, значит что-то поднял, нет? Камень как зеленуха. Понял. Ну. Вот. Сходил в лес. И что я набрал? Подберёздочки. Грузди белые. Подберёзовички. 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 Вот какие красавцы. О, даже белый подберёзовичек. Даже маслятка вот есть. Вот. Но самое главное, это белые грузди. Красавцы, красавцы. Сейчас мы их почистим. Вот яблонька бедная, еле вытягивает. Такие огромные висят. Ну, вытянет. Это тоже суперская. Груши все подпер. Груши все подпертые. Вон висят просто палками, вон какие. Ну что это же? Это же вот еще только-только середина августа. А они такие, что яблоня интересная, очень интересная. Как бы одна яблоня на одной яблоне. Красные яблоки на одной ветке, на другой ветке. Зеленые яблоки. Вот. С этой ветки очень красные. Вот какие. Ну вот. Эти почищенные, помытые. Грузди отмоются сейчас. И будем делать что-то. Вот так. Все отваренные. Осталось только пожарить с картошечкой. Ну вот. Забацаем сок. Уже гниет. Яблони в нее. Вот он.
знаю. Ну вот и сока получилось. Ну, 30 литров. 30 литров точно есть. Нужно срочно кипятить. И пакетом разливать. И пробку.
Готов.